отложите вот все ваши, наверное, машинки и займитесь рисунком, займитесь рисованием портрета и изучением портрета. То есть формой глаза, формой носа. Постарайтесь изучить эту его, как бы изучите череп. И изучите это, наверное, с преподавателем. Что, или приступим к татуировке, может? Все приемы, они вырабатываются именно от обучения, именно от рисования постоянно. Не знаю, из 10 я могу только 3 сказать да. Просто идея, она не подходит. Какой-то рост в себе я заметил, когда стал заниматься с преподавателем. искать, вот доверять вот своему вкусу. Вы должны делать то, что вот вам нравится, и стили появятся, и работы будут интересные, и творчество попрет. Я почему от цвета вообще отказался? Меня оно бесило в портфолио. Я в Инстаграм выкидываю, там черно-белое, ну хлоп, цветная работа. Вообще не в кассу. Я не знаю, человек, всем спасибо.